Уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги и партнеры. Рад вас видеть на нашем вебинаре. Если слышно, видно меня хорошо, просто поставьте плюсик. Не хрипит ли, не шумит, нет ли каких-то посторонних звуков, все ли хорошо. Ну, наверное, у нас какая-то традиция сложилась, да, что, в принципе, практически на вебинарах, которые провожу я отсюда из Москвы, собирается, по большому счету, молдовская структура. Вот, то есть это Кишинев, Приднестровье, Бендеры, то есть целый ряд, возможно, других городов, да. То есть, я так понимаю, структуры, которые в последнее время активно развивают бизнес, вот, ну и, в принципе, делают все для того, чтобы расшириться. Дай бог, скажем так, вам успехов в продвижении бизнеса. Вот, да, видите, Рыбница, Тирасполь, Каменка. Вот, то есть, получается, так, можно так сказать, выездной вебинар для Республики Молдова. Да? Вот таким вот образом. Действительно, замечательный бизнес есть. Бизнес-возможность, которая предоставляет на сегодняшний день широкому кругу людей, проживающих практически на территории всего земного шара, но не так много людей, видно, хотят что-либо делать. Возможно, огромное количество людей уже разобрались во всех тонкостях маркетинг-плана, и у них не составляет никаких проблем и труда развивать бизнес, зарабатывать крупные деньги. Хотя, наверное, статистика показывает, что это далеко не так. Да? То есть, как и в любом другом бизнесе, в котором есть партнерская программа, большинство людей, которые зарегистрированы на нашем сайте, в нашей компании, это практически люди, которые являются инвесторами. Кто-то из них, скажем так, худо-бедно что-то делает, рекомендует кому-то какие-то возможности небольшие, сам, да, не следуя простой системе, не следуя тем простым правилам, которые существуют в мире партнерских программ, или в мире MLM-бизнеса, или в мире сетевого бизнеса. Я знаю, что многие люди, произнося слово «сетевой маркетинг», морщится, стесняется чего-то, да, там опускают глаза в пол и так далее, и так далее. Но я думаю, что делать этого не стоит совсем. Надо просто уважать то, что вы делаете, да. И, в принципе, ничего зазорного в этом виде деятельности нет совсем. Потому что он ничем не отличается от любого другого бизнеса, да. Если вы действительно с открытой душой делаете то, что вам приносит деньги, приносит удовольствие, да, приближает реализацию ваших планов и целей, то чего этого стесняться? Если вы при этом еще, скажем так, никому не делаете плохого и только помогаете людям открыть глаза и увидеть возможности использования инвестиционных, скажем так, моментов, касаемых нашего бизнеса, плюс ко всему еще и возможности создания крупной бизнес-структуры, приносящей вам доход до момента выхода группы компании Skyway на мировой рынок инвестиций и на мировой рынок транспорта с технологий. Вот что мы имеем на сегодняшний день. Маркетинг-план достаточно простой. Маркетинг-план имеет свои достоинства. Да? Его нельзя назвать идеальным, потому что идеальных маркетинг-планов, в принципе, ни в одной сетевой компании, MLM-компании, партнерской программе вы не найдете. Всегда будут какие-то моменты, которые будут вас чем-то ограничивать, возможно, да? Накладывать какие-то обязательные условия и так далее, и так далее. Вот, в принципе, наш маркетинг-план, он где-то, наверное, наименее агрессивен, да, по отношению к людям, которые начинают заниматься развитием нашего бизнеса, чем большинство маркетинг-планов, известных на сегодняшний день, чем большинство партнерских программ, которые существуют в мире MLM. Вот. И это, наверное, одно из главных достоинств, то, что действительно простота, то, что отсутствие обязательств, и еще очень важный момент – накопительная система. Да, то есть все, что делаете вы, люди вашего первого поколения, потому что у нас привязка для роста квалификации идет именно к первому поколению, в первую очередь, да, вы помогаете всей структуре, но основное, скажем так, отражение роста вашей карьеры связано с теми товарооборотами, которые создаете вы лично и люди вашего первого поколения. Вот. Ну а в остальном, в принципе, все достаточно просто. Важно понимать следующую вещь, что многие люди начинают пробовать рассказывать о нашем бизнесе своему окружению, но нарушают основные принципы развития MLM-бизнеса. Вот я знаю, что у Светланы Шарбан, у руководителя молдовской структуры, да, сейчас есть уже 5 записей ее вебинаров, которые она проводила для своей структуры, о тех первых шагах, которые необходимо предпринимать для того, чтобы стать успешным в развитии нашего бизнеса. Да. И вот, наверное, все-таки в масштабе большой-большой структуры на территории стран СНГ, на русскоязычном пространстве, да, где люди могут понимать русский язык, не хватает подобных вебинаров. То есть была большая надежда, что они все-таки появятся и будут, скажем так, проводиться у нас систематически. Я надеюсь, что это скоро будет. Вот. Дай бог, скажем так, потому что я думаю, что запрос на это есть. Главное, чтобы те, кто управляют, скажем так, развитием нашего бизнеса, ну, обратили на это внимание и начали давать информацию о простых шагах, которые нужно предпринимать, и о том, чего желательно не делать при развитии бизнеса, сотрудничая с компанией Skyway Capital. Вот. А не делать нужно простых вещей,
Мне очень нравится выражение одного человека, с которым я имел долгое время взаимоотношения в мире MLM. Он сказал, 3N есть такое понятие, да? То есть ничего никому не говорим. Сами. То есть если вы даже одухотворились, если вы разобрались в технологии, да, если вы считаете, что это действительно праведный путь, следуя которому вы сами станете успешным в финансовом плане, вы поможете реализовать технологию Анатолию Эдуардовичу Юницкому, который на это положил уже 40 лет, да, то есть 4 десятка лет, он занимается разработкой данной технологии и ее внедрением. Вот. Вы поможете миру, потому что данная технология, если будет реализована, решится огромное количество проблем, существующих на сегодняшний день, начиная, скажем так, от социальных проблем, то есть уровень жизни тех стран, где будут строиться дороги по технологии Skyway, будет расти. Появится огромное количество новых специальностей. Мир станет чище, потому что данная технология относится к высокоэкологичным технологиям. Да? Вот. Мы сможем путешествовать на большие расстояния с высокой скоростью, при этом затрачивая гораздо меньшее количество денежных средств, чем это происходит, если мы путешествуем благодаря тем транспортным системам, которые у нас сегодня с вами есть. То есть огромное количество пользы вы можете своими шагами принести как бы так миру окружающему вас. Но, конечно же, важно, что эта польза может в первую очередь коснуться вас самих. Как я говорил, если вы с открытой душой, если вы, скажем так, без камня за пазухой, вот, если вы не только, как говорится, ради денег, да, не корысти ради будете давать информацию о технологии, о развитии нашего проекта, о компании Skyway Capital, то у кого-то быстрее, у кого-то медленнее это будет получаться. Важно использовать, опять же, простую систему. В эту систему входит что? Донесение информации до своего окружения не самому, да, то есть, чтобы за вас это делал наставник, который есть рядом, если вы работаете в регионе и вживую можете проводить встречи. Презентации, которые могут проходить в вашем городе, живые презентации, это бывает там раз в неделю, раз в две недели в разных регионах. Да. Это вебинары, которые у нас проходят в вебинарных комнатах на протяжении, скажем так, 7 дней в неделю на большом количестве языков. То есть, если вы будете даже, скажем, если вы обладаете званием доктор экономических наук, да, там, я не знаю, доктор технических наук и прочее, это не говорит о том, что вы можете сами совершенно спокойно рассказывать об этом бизнесе. Ни в коем случае не принижая способности вашего ума и понимания, да, просто есть принцип. Потому что люди, пришедшие за вами, они могут не обладать, скажем так, той степенью говорливости, той степенью, скажем, технической образованности, да, возможно, финансовой образованности, если вы имеете отношение к миру финансов. Соответственно, у них будет в голове сидеть одна проблема, которая может помешать им развивать бизнес. Какая проблема? Они будут считать себя не настолько умны в этом направлении, как умны вы, да, и в худшем случае для вас, вас все время будут заваливать работой, да, а сами эти люди будут просто заглядывать вам в рот и ждать, когда вы сделаете отмашку. Лучшее, что вы можете сделать, даже если у вас образование выше, чем у наставника, который в этом бизнесе, как говорится, собака уже съел, слушать наставника, делать простые шаги, которые делает он, на каком-то этапе повторять его шаги и так далее, и так далее. То есть бизнес MLM, партнерские программы – это бизнес-повторение. Бизнес-повторение простой информации, бизнес-повторение простых действий, которые делают предыдущие люди. Вы знаете, если мы посмотрим, да простой пример можно привести, да, вот как бы сеть, она применима в жизни везде. Если мы возьмем с вами, скажем так, исполнение какого-либо произведения любого известного композитора, будь то, скажем так, в Вене, в Москве в Большом театре, да, где-нибудь в Берлине, в Соединенных Штатах Америки, в Италии, там где-то еще. Вы знаете, очень, я думаю, никто из вас не удивится, да, то, что оркестры, которые играют, у них, в принципе, звучать будет примерно одинаково, потому что они играют по нотам, и никому в голову не приходит из музыкантов добавить чего-то своего, либо выкинуть какое-то количество нот из того, что было написано композитором. Согласны со мной? Вот то же самое и бизнес, касаемый партнерских программ и нашего бизнеса в том числе. Есть простые шаги. Простые шаги понимания, ага, мне что-то интересно, начал разбираться. Потом говорит, да, действительно, здесь есть возможность, например, заработать денег, соответственно, что мне нужно сделать? Определиться, когда и какие деньги мне нужны. Это цели, да, то есть хотя бы самые меркантильные. То есть когда, какое количество денег мне нужно заработать, чтобы моя жизнь улучшилась, да, настолько, насколько я хочу и как хотят мои родственники, например. Дальше, кому я могу помочь? Если я сам увидел перспективу для себя, соответственно, было бы глупо начать помогать тем людям, которых вы еще даже не знаете, да, то есть выходить на улицу и приставать к тем, кто просто шатается по улицам. Соответственно, это друзья, знакомые, родные, близкие, все те, с кем мы когда-то общались. Если вы человек, у которого есть определенная репутация в хорошем смысле этого слова, да, если вы никого, как говорится, не козлили, семеро одного козлят там и так далее, да, не подставляли, и если вы будете использовать наставника, то что вам нужно будет сделать в дальнейшем, это просто-напросто приглашать своих людей на встречи, точнее слушать людей, которые окружают вас, да, и предлагать им решение их проблем. Не технологию предлагать,
не скорость 500 км в час, либо грузы перевозить на скорости 120 км в час, да? Не про струны рассказывать поначалу, которые там сильно натянуты, и натяжение, скажем так, этих струн обеспечивает там десятикратную прочность путевой структуры, от 10 крат до 100 крат, да, и так далее, и так далее. А предлагать людям решение их вопросов жизненных. Вот. А про струны, про инвестиции, про, скажем так, возможность получения дохода, они услышат на презентации, они услышат на встрече с вашим наставником, они услышат на вебинаре. И после этого вам останется, скажем так, технично ответить на их вопросы, причем, опять же, на первом этапе, если вы только начинаете развивать бизнес, с помощью своего наставника. Даже если вы пригласили человека на вебинар, презентацию, которая проходит у нас несколько раз в неделю, он прослушал информацию и прочее, вам ничего не составляет, точнее, вам не составляет труда сделать трехсторонний звонок. Вы набрали человека, говорите «Привет, ну как ты слушал?» И пока он вам пытается ответить, вы подключаете к разговору наставника, да, и человек еще не успел вам проблеить то, что он еще ничего не понял и так далее, вы говорите «Вот я хотел бы тебя познакомить с тем, кто меня привел в этот бизнес». И дальше уже идет по накатанной, как говорится. То есть, в принципе, схема достаточно проста, вы никого не обманываете, вы никого не притягиваете за уши. Если вы пообщались с человеком и услышали, что ему в жизни важно, вы его будете приглашать на решение вот этих вот проблем, которые в его жизни возникли. Благодаря инструменту под названием Skyway Capital. Может быть сухо, да, может быть слишком просто, но тем не менее это так. Компания Skyway Capital со своей партнерской программой в ваших руках – это инструмент. Вот. Это не ваша компания, да, это не ваша там цель – обогатить руководство компании Skyway Capital, потому что у каждого цели свои. У Иницкого цель – реализовать технологию. Это его детище, это его, скажем так, задача, возможно, на всю его жизнь, которую, дай бог, ему будет отведено огромное количество лет. Да? Вот. А вы при его цели, в этом, скажем, ширине, скажем, его перспективы, можете зарабатывать деньги, используя данную возможность. Вы можете, точнее, прийти к своим целям, да, если мы берем слово «деньги», потому что весь мир, ну, не все завязано на деньгах. Вы можете со мной поспорить, можете нет. Да, я знаю, что большинство, скажем так, простых жизненных вопросов, меркантильных, связанных там с чем-то материальным, это одежда, еда и путешествия, либо что-то еще, завязано на деньгах. Но есть вещи более тонкие, да, те, которые, скажем так, настроены в глубине нашей души, струны. И зачастую не все связано с деньгами. Да, как раз-таки многое связано в нашей жизни с отношением к людям, с общением с другими людьми, с желанием сделать кому-то что-то хорошее и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть вещи, так называемые, моральные, духовные. Да? И не всегда, скажем, мы можем деньгами закрыть какие-то вопросы. Вот я говорил на мероприятиях часто и буду повторять, что есть такие важные вещи, как любовь и дружба, которые за деньги не покупаются. Я не говорю, скажем так, о физическом каком-то проявлении, там просто рукопожатии, либо там телесных утех. Да? Я говорю о более глубоких вещах. То есть вот именно такие вещи, как любовь, дружба, авторитет, кстати, вот, настоящий авторитет, да, то есть ваша ценность для других людей, она за деньги не покупается. Но при помощи денег можно решить огромное количество проблем, и часть нашей жизни с ними связана. И опять же, большинство проблем именно таких вот на уровне, низших уровнях пирамиды Маслоу, вот те, кто читал, да, мотивация личности, там об этом говорится, что действительно заглядывать вперед, решать какие-то проблемы благотворительности и так далее уже может человек, который достиг определенного уровня заработка, определенного уровня дохода. И человек, который не боится завтрашнего дня в плане того, что он четко понимает, что ему есть что кушать завтра, есть во что одеваться. Он знает, что будет жить, скажем так, хорошо, красиво и так, как хочет он. Соответственно, можно заняться тем, чтобы помогать другим. Привлекая людей в наш бизнес, вы, в принципе, начинаете делать то же самое. И когда вы даете информацию своему окружению о том, что есть такая возможность, просто себе зарубите где-то там на, как это называется, коре головного мозга, да, что вы не пытаетесь людей обуть в лапти, вы не пытаетесь людей снять денег, да, вы не пытаетесь где-то выпендриться, вот, и, скажем, заработав там несколько тысяч долларов, кому-то доказать, что вы такой крутой. Вы просто несете информацию в массы, и те люди, которым вы ее даете, могут стать, их жизнь может стать лучше. Вот на чем бы я хотел сделать акцент, прежде чем включить вам ролик по маркетинг-плану, который у вас займет 7 с небольшим минут. И после ролика, в принципе, я готов ответить на вопросы, которые у вас могут возникнуть, потому что маркетинг действительно простой. Вот. Благо, у нас, кстати, действительно можно сделать простую подборку роликов, которая может ввести людей в курс дела и касаемо технологий, и касаемо компании Skyway Capital, и касаемо того же маркетинг-плана. Дальше уже, скажем так, ответы на вопросы, дело техники. Если вы человек, который... Не то, что положили душу, да, там кому-то, а вложили душу в этот бизнес,
то вы наверняка и разобрались в технологии. Вы наверняка почитали какие-то документы, касаемые там, тех видов транспорта, чего-то еще, инвестиционных возможностей, которые у нас есть. Соответственно, на простые вопросы людей, они задают, как правило, одни и те же вопросы, вы сможете ответить. Ну, возможно, кроме тонких каких-то юридических вопросов, на которые порой сложно ответить людям, да, сильно замудренным, которые наконец-то, скажем так, откопали вопрос, на который мало кто им может ответить, и поэтому они считают, что они делать ничего не будут. Ну, как правило, такие люди, они ничего не делают в других направлениях, поэтому не переживайте. Итак, друзья, ролик, и после этого ролика мы с вами пообщаемся. Если у вас на то появится надобность, хорошо? По этапу развития. Квалификации партнерской программы. Клиент, партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Клиент. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, является клиентом. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «партнер». Партнер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 4 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 4%, с 3-го 2%, с 4-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $100. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее $100. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $300. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 5 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 5%, с 3-го 3%, с 4-го 2%, с 5-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $200. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $2000. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 6 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 3%, с 5-го 2%, с 6-го 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $1000. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $5000. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 9 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9-й 0,5%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $5000. В структуре есть 3 мастера, 2 из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее, с учетом личных инвестиций, $10000. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде до 20 уровня. С 1-го 16%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9-й 0,5%, с 10-го по 20-й 0,2%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее $10000. В структуре есть 3 эксперта. Все обязательно в первом поколении.
Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 30 тысяч долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С 1-го 17%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9-й 0,5%, с 10-го по 20-й 0,2%, с 21-го по 24-й 0,1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. За купленные с 6 по 9 пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с 10 пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости 9 пакетов. За купленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с 20 пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода – $30 и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – $15. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса «Лидер» в качестве поощрения. Вот такой простой маркетинг, друзья. То есть, да, до свидания. Ничего сложного в нем нет. По сути дела, действительно, как я вам говорил, накопительный. Движение по карьерной лестнице у вас осуществляется в одностороннем направлении, в одну сторону. То есть вы можете только расти, никогда не будете падать. Это очень важно, потому что действительно огромное количество там маркетинговых систем предлагает людям расти, дает им проценты и так далее. Но если вы чего-то недовыполняете в итоге, да, то вы валитесь обратно, вплоть до того, что вы можете, скажем так, почти с вершины маркетингового плана вашей компании свалиться, ну, не до начала, но до более низких уровней. У нас такого нет. Важный момент. У нас есть процедура верификации. Если ваши партнеры верифицируются после того, как они приобретают пакеты далее компании, либо партнеры, которые уже покупали для себя что-то приобретают, они верифицированы, то фактически начисление денежных средств у вас происходит в тот же момент. То есть маркетинг-план нашей компании можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. Таких очень мало в мире MLM-бизнеса. И квалификацию, которую вы выполняете по ходу роста вашего, скажем так, роста вашей карьеры, выполнили условия следующего уровня, да, соответственно, вы через короткий промежуток времени в тот же день становитесь партнером более высокой квалификации, и все последующие товарообороты, движение денежных средств на вашей структуре и вашей команде вам начисляется уже по большей процентной ставке. Вот такая информация, коллеги. Добавлю от себя еще следующее. Возможно, у большинства, я предполагаю, что у многих из вас есть родные, близкие, друзья, знакомые в московском регионе, будь то Москва, либо область, да? И завтра для этих людей у нас 19:30, здесь в Москве, недалеко от нашего офиса,
по адресу Стремянный переулок, дом 11, 19:30 по московскому времени, гостиница «Татьяна», будет проходить живая презентация. То есть то, что мы рассказываем на вебинарах, завтра будет рассказываться вживую. Ну и, наверное, небольшой плюс. Люди смогут приобрести книги Юницкого по льготным ценам, да, то есть там 100 рублей книжка в тонком переплете, 250 рублей книжка в толстом переплете, те, кто приходит на данную презентацию. И плюс ко всему, завтра будет разыгрываться лотерея. Те люди, которые придут на презентацию, у них будет шанс выиграть бесплатно, да, как говорится, тонкую книжку Юницкого «Небесной дороги», толстую книжку в твердом переплете, либо сертификат на 1000 подарочных акций. То есть, как правило, минимум 3 человека с нашей презентации уходят очень довольны. Один совсем довольный уходит. Вот. Вот такая информация. Есть ли у вас ко мне какие-то вопросы? Может быть, есть какие-то сложности там, да, на которые вы хотели бы обратить внимание в развитии бизнеса по партнерской программе? Напишите это сейчас. Вот. Я вчера на вебинаре просил, что, возможно, у вас есть какие-то там просьбы, пожелания, в каком формате, либо чего не хватает наших онлайн-мероприятий для того, чтобы понять, что из себя представляет проект, для того, чтобы понять, чего, скажем так, можно добиться и так далее, и так далее. Вот если у вас в голове это отложилось, и те из вас, кто вчера был и что-то придумали, да, вы можете написать тоже в чате. Вот. Таким вот образом. Наверное, за последними новостями следите. Вчера слушали про то, что там Сибиряков не снимал, да, на территории технопарка. И наверняка в курсе то, что у нас в начале марта, в первой, скажем так, декаде марта у нас будет осуществлен переход на 9-й этап развития. Есть те, кто не знал этой новости? Поставьте минус. Поэтому действие дисконта, которое вы сегодня видите в личном кабинете нашей компании, да, ну, остался там последний месяц, февраль. Вот в марте точная дата будет уточнена, но будет сказано, что какого числа мы переходим на 9-й этап. Соответственно, я не могу сказать, что время сжалось и небо упало на землю, нет. Но просто если вы откладывали в долгий ящик, да, мысль о том, что я вот своим родным и близким вот сейчас наберусь смелости и расскажу, и откладывалось это там на следующую неделю, потом на следующую неделю, то есть времени откладывать нет. Потому что если вы расскажете своим родным, близким, друзьям, знакомым о нашей возможности, например, во второй половине марта, то они за те же деньги купят меньшее количество долей компании. У нас в среднем это происходило где-то было на 20-30% снижение количества долей компании в каждом пакете. Цена оставалась той же самой на пакеты долей компании, а наполнение количеством уменьшалось. Вот то же самое произойдет у нас с вами на 9-м этапе. Вот, наверное, основные новости, да, которые хотел озвучить. Вот. Какие-то крупные мероприятия, я думаю, что они начнутся весной. Как было сказано руководством нашей компании, экофестиваль будет, по всей видимости, в конце июня месяца. Поэтому есть время активно поработать, и большое количество сомневающихся, да, либо тормозящихся себя в развитии людей привести на территорию Республики Беларусь в экотехнопарк, посмотреть действующие модели нашего транспорта, да, и там уже, скажем так, схватившись за уши, ноги в руки, и подумав, блин, почему же я не сделал этого раньше, да, активно начнут развивать бизнес. Что, в принципе, в целом рядом людей случилось на предыдущем фестивале. Коллеги, если вопросов больше ко мне нет, то, наверное, логично сейчас закончить наш вебинар, да, потому что как бы вот придумать что-то вот там, что-то волшебное по поводу нашего маркетинг-плана, наверное, да и смысла нет. Вот. Как-то кого-то уговаривать, кому-то доказывать, что это как бы работает, тоже смысла нет. Потому что я знаю, что у нас есть люди, зарабатывающие там, ну, скажу прямо, не одну тысячу долларов в месяц. Не одну тысячу долларов, это вот так вот, ну, такая мягкая цифра, чтобы никого не шокировать в одну сторону, в другую. Вот. Люди строят структуры, люди развивают структуры, люди, скажем так, дают информацию своему окружению. И вот как бы мы не хотели, у нас действительно есть инструменты для развития бизнеса в интернете и так далее, но все равно, вот как не будут развиваться технологии, да, каким волшебным способом не будет сохраняться информация и так далее, никто не заменит обычного человеческого общения, и никто из MLM бизнеса не уберет, скажем так, тот самый список знакомых, тех людей, которых мы знаем. Потому что, как правило, в любой компании, в самой успешной компании MLM бизнеса, которая там 50 лет, 30 лет, там, либо новые, которые развиваются, 90% активных и устойчивых крупных структур, люди, которые строятся на информацию от человека к человеку, проведение личных встреч, проведение там встреч по скайпу, то есть теми, кого мы знаем, в первую очередь. А потом уже
по ходу, когда мы с кем-то можем знакомиться, по ходу передвижения нас по этой планете, да, вот. Земля слухами помнится, то есть там опять же рекомендации начинают работать и так далее. И так далее. Вот. Но если вы тешите себя надеждой, что вы, скажем, никому не сказав из родных близких, попытаетесь выдернуть, да, забросить сеть в интернет и оттуда, скажем так, натрясти крупной рыбешки, это может получиться, но это крайне сложно повторить. Как я сказал, наш бизнес – это бизнес повторения. Используйте возможности расширения структуры, но настраивайте людей, пришедших к вам из мира интернета, все-таки работать еще через главное русло привлечения инвестиций, главное русло общения с людьми – это тот мир, в котором мы знаем людей и в котором нас знают. Да? И очень здорово, если в этом мире, в котором вы живете, вас знают с хорошей стороны. Я вот вам этого рекомендую. Что вокруг вас было огромное количество людей, которые рады тому, что они вас знают. Вот. И благодарны вам за что-то хорошее, что вы для них сделали. Как сказал Роберт Киосаки в одной из своих книг, их у него много, я уже не помню точно в какой, потому что перечитал фактически все. Вот. Он говорит, ты миллионер не тогда, когда ты взял с миллиона человек, да, какую-то копейку, а когда ты помог миллиону человек. Вот на что делал упор его богатый папа, который учил его финансовой грамотности и мышлению, да, как бизнесмена, как миллионера и так далее. Итак, друзья, спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что бываете на вебинарах. Огромное спасибо руководителям вашей команды. Я в первую очередь благодарю структуру из Молдовы. Вот. Нужна какая-то помощь ко мне там лично или там через Светлану, возможно, через Анатолия, да, хотя мы лично с ним особо не общались. Пожалуйста, обращайтесь. Вот. Чем смогу, помогу. Всем хорошего вечера. Здоровья, любви, денег и до новых встреч на наших мероприятиях. Следующее завтра презентация в 17.00 в режиме онлайн. Презентация в 19.30 для москвичей под москвичей вживую здесь в Москве. Буду рад пообщаться с вами лично в режиме онлайн или с людьми, которые придут на наши мероприятия в Москве. До новых встреч. Еще раз спасибо за внимание.